Однажды ночью я услышал голос Господа. Все, что я знаю с тех пор, во мне есть новая сила. Я вижу вещи по-другому. Алексей, быстро, врача! Сейчас, сейчас. И чего ты боишься? Я боюсь умереть. А ты станешь великим царем. Кто вы такой? Григорий. Не начинай этой войны. Я слов на ветер не бросаю. Вы святой человек. Он забавляет царевича Алексея. Царицу он тоже забавляет. Открой глаза. Так ты и читаешь в душах. Выходит так. Многие святые были великие грешники. Это деньги мои. Ты не представляешь, что такое встретиться глазами с Распутиным. Голос сказал мне, вот кто может управлять страной. Он тобой управляет, а ты даже не замечаешь. Выгоните вон этого лжепророка. Смерть кружит вокруг меня. Что будем делать? Убить, уничтожить. Я убью Распутина сам. Вы творите чудеса. Ты же не хочешь меня убить. Это чудовище! И чего же они хотели? Вашего отречения, повешения Распутина и заточения императрицы. Наш друг посланник Божий. Не езди туда, Григорий. Смерть меня ищет. А в дьявола ты веришь? Я чувствую, что он где-то рядом.